на X2. Ну, качнул ему по фасту, там до четвертой категории тебе дается. Короче, брюль упал. С 13 Прикол, играл 2 года, а не год играл. И одного брюля не было. Забил на это. На Сирус 3 года не играл, получается, или 2. То он как Я раз для года два аутазы. играл, мне один брюль выпал. Мне вообще ни одного не падало. Ну и сейчас еще один. Рум-пум-пум. Кебоб. Напишите ему, чтобы он в Дискорд зашел, это, блин. Ушество. Блин, 2800 выдает мобов двух. О. Я А 3 занят, я 200 разберусь. стал. Можно потом, кстати, остров садить за парк. Без мышки, кстати, играю просто, бля, иду и циферки жму. Либо нахера мышка, блядь. На диване лежу, блядь, с ноутом, играю, блядь. Блядь, мы вот по семере идем, а где у нас? А, да, по семере идем, и то долго, нахуй, по 7к ДПС, блядь. А по 5к это вообще очко. С пугами, блядь. Надо сюда 30-ми только ходить. Я не знаю, то, что они написали это. Типа РБК для народа 200-213 шмота, да они тут подохнут проходить одно РБК. Угу. Ну я на X2 играл, я 205-м пати проходил по часу РБК. Одну час проходил. Не, ну на X2 больше было там у них ХП. Ну, сложнее. Очко было просто.
когда вот я играл, то что там в Т4 все равно не быстро проходили эти РБК. Ну тут смотря какие просто РБК. Там где не ставят бомбы, не фиряют, там можно просто, если танк сильный, он просто пол инста агрит и все, на пол дается и убивает. Ну собирай всех их тут, тебя куба прохилят. Ну, типа, здесь надо обязательно вообще ретриков брать, потому что, ну, либо фуриков, потому что они трэш сносят очень быстро, да. Я тебе ругаюсь, потом сейчас тоже, ну, дамаж, когда мне это, 4Т4 будет вот этот яд. Я вообще не знаю, блядь, он там, ну, я собирал как-то на рогу на X2, 4Т4, так и не добрал, блядь. Ну, там это... говорят, что он очень сильно типа. Ну, я все в основном в комбо тогда не знаю. Мне мультик больше нравится. Не, мне вообще мультик не нравится. Такая. Чем? Надо начинать там бой с инвиза, надо там что-то быть. Он дамажит только в соло цель, типа в несколько ты не подамажишь. Ну, а зачем ауете в дамаг? Цифру надо, побольше накрутить. Вон в РБК, к примеру, я вообще ненавижу, когда рога попадается. Потому что он очень медленно типа заливает. Сейчас тебе будет побольше трэш, тебе покажу. Будешь дверь спамить? А? Да. Вот сейчас будет жопа, сейчас будем умирать, бля. Да вот этого дебила убить. Тоже вот этот бесит этот момент, этот с минами тут. Прикол в том, что мы вроде не наступаем на них. И все равно взрываются. Да. И мне понравилось, как этот поезд, он же сейчас в это... В Этернал подавал заявку, чтобы... Не знаю. Был. Но он ливнул, потому что у него приора не было. Короче, его в Exalted не взяли, там сказали, короче, пока типа у варов не будет 4Т4, мы их не будем разъедить, потому что они не дамажат. Я такой думаю, неужели оно так сильно апает вар? Так вары и в 2Т4 уже начинают дамажить. Ну вары там армсы дамажат, и фурики. По идее, там у фуриков тоже бонус очень сильный, не знаю, что. Там, по-моему, на 16% урон все время увеличен. Я не знаю, у них на самом деле у этих залп больше понтов, мне кажется. Кого больше? Больше понтов. Ну то, что да, то, что одни вот это задротят вот эти инсты. А вот эти ФК были. Да не, я не думаю, что они сильные, типа, у них там от силы там пару человек только очень сильные. РЛ, который там в бульде жил, типа, они не возьмут следующие ФК, 100%. Еще раз, либо вису идут. Либо Этернал возьмет, либо мы возьмем. Мы куда? Что? Там ФК. Давайте не обосремся. В смысле, мы же топ-3 гильдии, блядь. Ну сейчас мы в топ-3 сидим. Пусть Этернал мы закрыли, типа, первичный. Да. Какой там эти Годфазы раньше нас лагал, он вроде убили. Кого? Я кого сейчас бить буду очень больно. По-моему, тебя бьют больно. Тоже. Без мышки неудобно. А зелье быстроты, по-моему, навара очень хорошая, да, на фури? Не знаю, я еще вообще их не пью. Очень не сильно, по-моему, урон от скорости атаки зависит. Напрямую зависит. У меня пушки типа вообще говно. Мне кажется, вот если я сейчас пушки поменяю,
Прям ДПС очень сильно возрастет. Я не знаю, на 1002 бы, если я вот возьму Свезекса, к примеру. И этот. И меч этот, который. Вообще я бы взял топоры, мне же они мастерство дают. 3 единицы. Ну вот этот дробяха с королей, это будет просто вообще ебищ. О! Посмотри, будли штаны. У меня есть такие. А Ретрик, там не хочешь? Да. Не, мне не надо. Там все куски по 150 или нет? В конце там меньше, эти больше нет. В смысле по 150 кто? Ну вот эти, это 4 когда. А, нет. О, да там какой ты их сейчас устанешь ждать этого за жетон за пределе. Ты их только... и руки за. Ты их только эти дождешься до этого. Когда выйдут эти улучшения. Вот посмотрите, что они скоро, типа, ну, почти вместе с Магиком Грулем выйдут. Я тоже не верю, что они вместе выйдут. У нас тогда на X2 они вышли, когда вышло это. Карагер, Грульгер, Магигер. Не, ну на фарме смотрю. Там сначала будут коробки с тринями, а потом уже пустые. Быстрее так сам уже соберешь от Т4. Ну не скажи, типа, если по приору, то такое еще. Потому что я должен тоже. Может сейчас 2 напрямить. Я тоже думаю навара нафармить, вот сколько там. К примеру, грудь и плечи. Еще. Кто у нас собирает ульду 10 хм на фу? Мне бы Торим хм. Риню захотел. Угу. Ну я думаю, либо ее, либо вот отсюда с инста с этого. Я тоже отсюда хочу все. Просто если. Если с Торима, то мне надо обязательно кольцо сосмотреть вот эту меткость. Который у меня, может, и просто так валяется. Высокий тоже. Я подойду через фунтон. Меня избивали. Как еще? Много надо собирать. Позвонил, сказал 2 билета вип-сектор на Спасскую башню на открытие подгонит.
Я парень подойду, опять звонят. Здорово, молодые. Привет. Пойдем потихонечку. Ну, у кого-нибудь есть 4 ОЗУ на компе или я один такой был? У меня 8. Когда-то 256 было, блядь. 256 такого нет. Габай. А, ну, и гигов тоже есть. Я не могу в одну игру в стиме поиграть, она бесплатная, она топовая. Чё за игра? Парень, бегу. Paths of Exile. Ебать, нахуй она тебе нужна. Если бы она сейчас у меня и шла, я бы сейчас бы Вовку просто бросил бы и сразу туда пошел. Кто? У меня там и люди, и гильдия своя тоже. Ты же гриндилка, чё-то. Ну да, да, но как и Вовка, в принципе, ладно. Ну там покруче, блин. А чё, как так Гудлик не идет он? Ну, да она там вообще охренеть какая требовательная. Раньше шла, сейчас нет. У меня же 4 УЗУ, у меня не 8. Tower of Time поиграем. Пацаны, хватит взрываться на минах, он сейчас же вам вас положит. Кибок пришли. Здрасте. Да вы даст... Кто взрывает? Господи? Так вы же не отводите, вы же постоянно. Ну, это тебя ваншотом. Они сами активируют. Ну, да. Мы же в первый раз в РБК. Тут либо контролить одного моба, либо хуйня. Да просто отводить в сторону их надо и все, господи. Единственная инста, где нужны кастеры. Да не нужны, ты просто вот отвел, все, мины, ну, не взрыв. Или самим великом отбивать надо. Ну да, вот. Чуть-чуть водить и все. Типа я одну там прохиливаю, не хуй срать, типа. А вот 2-3 вот как сейчас взорвались. Гудлик на тот свет отправился. Зато я покушал. Походу Гудлик там уже кушает, блять. Несколько часов уже слышу, как он кушает. В смысле? Без остановки. Я же пришел только полчаса назад. Или это кто-то что-то другой? Котлеты с макаронами. Котлеты. Ну он все с пюрешкой по-любому. С макаронами. Блять, спалил бы кто еще. Ну чё, я похавал хотел. А у тебя чё, холиприз? Да. Там по 6к хпс выдает уже нормально. Ну, когда проседает рейд. Да и пати. На пати 5500 у нас было. Надо в прошлом году. Я упал без бег. Мне вот Сапфирона нравится хилить. Какие там всякие синдры вот эти, где постоянный дамаг идет. Робот хм, заебись. О, нихуя. Вот эта триня заебись, да? 79 духа, которая. Ну, такое на самом деле. Это да, чисто на лоу гир, пока не хватает иногда маны. О, у тебя Т4, нихуя себе. Бля, а, вон. Бля, фейп, сорян. Я не в тебя каст дал. Заметил, это Гудлик взорвал ее сейчас. Я отходил, я не взорвал ничего. Без мышки, конечно, неудобно немножко, но я отходил.
Пипись почти прошли. О, вот бы целую цель дамажить, как в трэш, ну вай. Запускай. Куда ты пошел? Давай стой около этого, около рычага, а то, блин. Половина пошли, половина не пошли. Гудлик, посмотри, вот где рога не дамажит, а? По трэшу. Нормально, это вей просто нажимаем? Да. Просто вер, да. Я тоже не помню, вер, вроде у него не больно бьет, по херу так. Там же еще и яд наполовину. Прокает офигенно. А если у него еще шквал, подрубать. Все равно ты в конце... еще адреналин, ты... да? У комбо тогда. Так я в мультике. Ну да, да. Видишь, все равно ты был в конце потом. Ну, типа, ты-то, ну, дамажишь трэш просто. Если сравнивать с топовыми, там, кто дамажит трэш, то рога уступает, но... По-моему, всем, нет? Африкам в 4-4 точно уступает. Вон шаманизм вообще сейчас бы 15к давал пачки. Мне, кстати, так нравится этот Африк. 4-4. Порча? Спам порча? Ну да. Это ж вообще там и ротация прикольная такая. Мне Африк не нравится чисто из того, что типа я на ШП играл, а Африк это то же самое, что и ШП. Вот такие чмаки идут постоянно. На калитку. Кто-то говорил, что у Фурика в правой руке должна быть пушка, которая мощнее, потому что левая все время промахивается. А у меня наоборот, типа, я поставил наоборот, у меня цифры показывают на вихре больше, чем было. Да у тебя все правильно стоит, в правой руке более мощная пушка. У меня топор более мощный. В какой руке? По-моему, он в левой. Блять, пацаны, ну, диспельте яд это, алё. Кто, вар, блядь, диспельте? Паладины, два паладина. У вас просто хил умер. Блять, это... Да, там пиздец. Он забагаться может, если убьет. Если вы диспелить будете, типа, то вы убьете, наверное. Или нет. Хочешь диван дай кому-нибудь? Второму паладину. Да это залупа, блядь. Да дай диван паладин, чтобы не бежали. Тут без шамана хреново. Можно либать, это, блядь, не игра, это просто пошли они нахуй. Да два пала. Чё там? Да просто пока я в милипачку кастовал, прохил, меня самого шотнуло. Уже достаточно больно бьют. Просто мне, видать, а там... вместо дамага один диспел надо клацать. Он, блядь, кидает яд каждые 3 секунды, блядь. А это надо клацать? 5 тел диспелить. Не, я просто сейчас там на макс рейндж отойду, мне не надо будет диспелить. При этом там два таргета выберите и все. Танка тоже не диспелил, я диспелился сам. Чего? Ты бы еще других умел бы диспелить, было бы заебись. Меня продиспелить.
Опа, откуда мобы появились? Что за фигня? Типа заново бить, наверное. У, сука. Оп! Чё? Пошли в гаражан. Да я уже всеми закрыл. Блин, вы надоели реально. Чё, завтра десяток нет у вас никаких? Да вроде нет. Ну всё, 25-го да. Там мейн рейд же на воскресенье поставили. Если не ошибаюсь. Когда ульда? Ульда 25-го воскресенье? Ну да, чё, не видел здесь? Жестко. Все, запускай шарманку. Я же вот этих мобов порезали, кстати. У них типа по 300 тысяч было, сейчас по 160. Оглушение, какое оглушение, люди? А кто яда диспелит? Друид, паладин и шаман? Ну да. Самый нужный класс, знаете. Шаман самый нужный. Друид, паладин тоже. Шаман, наверное, вообще в каждом рейде нужен. Друид паладин тоже. Нет, друид не нужен в карте. Ну как это не нужен? А БР кто будет давать? Там можно и без БР людям брать. Да, да, видел я такие ПК закрывали. Ну люди адекватные. Не, ну это просто. Адекватные, фулбисовые и, ну да, крутые там челики, да, которые убивали все, тогда да. Ну а так заебись с друидами и с паладинами ходить. Тулик, что ты на этом трэш в этот раз проиграл? Вроде-то. Я кушаю, алё. Я вот рекаунт не сбрасывал будлик первый, когда прайс. Да нет, я второй фейп накручиваю. Не, я вообще сначала инста не сбрасывал. Я второй пока. Не знаю, это баг какой-то у тебя. Давай, не нет, я имею в виду второй текущий бой. А я говорю сначала инста. Диспельте, пацаны. На тебе раскол по домашку. Автоатака не посильнее. Лужа. Проводи дальше, Асмус. Да все, 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 он тут потому что лужа растет. Верьте в меня, пацаны, вы на фуле будете. Не. Вот этот мне босс нравится, здесь раги. Только что-то фрейм у него очень маленький. Чуть-чуть назад отойдешь, уже не достанет. Угу. Тупо крылья сдал и продиспелил на. Крылья продиспелил? Ну. В смысле, это так работает? Нет, это работает, когда крылья висят, а я диспелил.
чуть-чуть не хватит. Так, что там? О! Мне какие-то кольца на ретрика надо. Вот, вот смотрите, у меня говно какое-то, блядь, на мне одето. Остров надо начинать бить, блядь. Я бы лучше вообще бы сейчас бы в покер бы сыграл бы. Че, где вы там? Раз, ну знаю, прям всю комнату. Это там то, что вы это прям по прямой беги до последней. Да я что-то очкую, я могу не удержать эту ебушку. Да не очкуй, я сто раз не так делал. Да не очкуй, Слав. Че ты очкуй? Ты там просто за угол забежишь, чтобы моб, ну, чернокнижник подбежал, и все. Ну, сейчас как устроим, блядь. Ап на земле. Хачу на хачу. Говорю, за угол забеги, чтобы мог подбежал. Не за тот. ДК нету, грипнуть. Да похуй, пускай поспит. Вот. Этого я подвел, но не очень удобно. Теперь второго можете. Или щит у него кинуть, хз. Я косты могу сбивать. Пойти скачать игру Маша и Медведь поиграть. Лом. Одобряю. Танчим здесь, да? Мы с Тамарой ходим пару. Я бы варов бы вообще немножко бы апнул, я бы взял, чтобы вихрь на метров 30 был. Ничего себе захотел. Ну так, чуть-чуть меня пробуй. А мы же сейчас тут этих хромовов не будем бить, да? Мы по левитанали. По левитации пройдем. Да. У кого левитация? А, приз. Тамары ходим парой. Видишь, без приста тоже рейды не собираешь. Скажи, на 2 минуты было бы дольше, если бы мобов побили. Да там даже вайпнуться можно. Вот так. Ну да. Прист спасает рейды. Ну пошли. И снова себя не. Кстати, поезд, когда уходил, ну потом ушел. Говорит, что ему РЛ и вот Росдонт вообще просто не нравится. Думаю, тут кибоп нормальный. Ну, он сказал кубоп, это я перевожу кибоп. Да что-то правда не верю. Пахнет. Чего? Да я не ролил при нем никогда. Откуда он знает? Смысле, горожан. Так я с ним вроде. Ну ладно, не знаю. Что за чарш кривой какой-то? И без мышки вообще неудобно. Так, ну что, давай, тело уходи. Три не упади. Не-не-не, тело. За три не у тебя все равно есть роли. Тут видно? Блин, тебя тоже стролил. Ой, а недалеко. Я думал, я гон. Да я такой поворачиваюсь без мышки, да смотрю, вроде, блядь, недалеко отошел, да бах.
А что ДПС не было? Мясорубку не сделал, не активировал. 3К ДПС, теперь папа все узнал. Твои глаза такие чистые, как небо. Ебаные штаны опять упали. О, тапки с мастерством, нихуя себе. Вдруг пригодятся. Опа. Расмус, тебе надо они, нет? Мне нет. Шапка. Вдруг пригодится. А что ты говоришь опа? Я думал там сердолик. О, крит-хаст штаны. Куда вы регать еще? Пустоту не разрулили. Да, все. Че, сетеки? Сука. Два осталось. Ой, бастион. Бастионы и узилище. Понятно. Иди и дальше собирай, давай. Тут они мины не спавнят, нормально. Зато тут лучники. Ну, не, здесь не можно... до лучников. Вон, я там еще справа пак сагри и все. Вот тут типа чего? Можно полностью агрить. Ну, относительно. Так, надо врубить все. Не получилось. Дизайн кидай. Войт танкует там. Капту дал. Га, надо врубать криты, блядь. Да вы, блядь, не торопитесь, пацан. Ух ты меня прибил. Ну вот. Ну, меня мобы бьют, блядь. Там хуя нету, блядь. Танк агро не держит. А чё не могу его хилить? Ты где стоишь, блядь? А вот. Я... Нихуя не понимаю. Это задержка, блядь, или что за хуйня? А, блядь, это не мота? Чешу. Они не мату дают, кстати. Пиздец. Они меня все бьют. Да это понятно. Твари, блядь. Сагрили полный стаб, блядь, добрый день. Ну вы по 4К дали в фуллауе, пацаны, очень мало. 10К надо, опа. У меня 9 было. Да не заходите, не заходите. Было 9. Я понял, блядь, даже первых мобов не убили. Вообще, блядь, никого похоже. Мы убили хоть кого-нибудь или нет? Блин. Ой, сейчас. Ну. Да, не надо так много агрить. У нас же танк не ДК, а паладин. БДЖМ с печатью вроде совсем. Хотя паладин должен... Не, паладин же трэш лучше держит, чем, да, чем ДК. Да, ну ДК вообще топовый там, по агронабору после. Не, топовый, наверное, вар, потому что он дамажит, как ДДшники. Да нихуя. Пассивка херачит. Ну чё, у него? Не знаю, просто блок щитом нажимает. Так, паладин то же самое ударом щита делают. А чё духовное созвучие 2? Один же обычно берут. Чё мана была, получается. Ты светишься, кстати. А где фейп? О, Войда меч классный, блядь. Де фейп. У меня вылетело. Не фейп, бля. Вихрь высекающий. Вот фурик получается. Сука, 39 меч хочу. Ну я не знаю, короче. И чё, вот у меня карта вот эта, да, и вот этот камень, получается, бисовые трини, да? Нет. На кого? На ретрик? На ретрик. А, лаунчер, пацаны, надо обновлять, выкидывает. Я бы пламя поставил тебе. Чё за пламя? Хотя, блядь. Ваша версия клиента устарела, алё.
А РП, РПшный, который? Ну, которая прокает на урон, да. Все, а что они там завезли? Мне вот это, мне это нравится. У вас не пишешь мерчик? Нет. А, кстати, вот, да, вот эта вот хуйня хорошая. Остается на атаке, да? Ну да, 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 она там же на острове продается. Блять, остров надо, сука. Надо, короче, сделать на всех персов. Ну, куда все свали? Чтобы контракты их можно было купить и, короче, потом просто по КД контракты. У меня ваш версия клиента устарела. А мне на одни кольца, блядь. Пошли потихоньку. Ну, давай, сейчас. Ну, ДК поприятнее танчи, чем пал. Конечно, ДК топ. Вот, я не знаю, мне всем одинаково танчи. Хуёво танчить этим друидом. Друидом, да, мишка, не знаю, две кнопки. Говно. Соло таргет, когда тебя бьют, то заебись. А вот когда ты ну, агро теряешь, мобы начинают по рейду бегать, ты в говне. Ну там чисто мышка и этот самый там, не знаешь, что. Ну, а ты 4 выбиваешь и все. Не, ну там, конечно, зависит от напора. Сауди пишет, мне не нравится танчить. Не знаю почему. У тебя выбора нет. Я вот понимаю. Ну, через тап нормально прокладывать. Если вот такой, блин, ну, пачки нету здоровья. Ну, естественно, ты свичишься. Да, и все на стаковый нормально. Потому что если какие-нибудь локи ебошь, они срывают, это вообще... Ну, это согласись, все зависит от игры людей и других. Не от одного тебя все зависит. У меня этот, как мы в кару когда ходили, ну, да, я не был один. Значит, расчет. Вот если Абдулай взрывается и... Он как бы Омен, допустим, на одного моба посмотрит, а другие мобы он агро не набрал. И он дает пару вихрей не в того моба, которого ты бьешь. И все, и он получает тысячи. Вот, у меня же говорю, пацаны, вот так вот было в каре, я на паладине шел, вот, я добрал фурика, типа 229, а, блядь, опять. После, вот как Абдулай стоит, вот, и пинает, типа, тупо одного моба, и все время пишет, а я срываю агро, а я срываю агро, блядь. А он никогда не свечится, пидор получается. В смысле, да я же не вижу, кого бьет танк, Люк. Что за бля, такое? Ну, в смысле, не видишь. Таргет, таргет. Не, ну не ты хочу. По Омену можешь смотреть. Я даже не знаю, что это такое. Их сделал тоже нету. Ты его сейчас опять не достаешь? Нет, стою, но очень странно хилит. Ну, короче, не по таргету. А, мы еще в огне стоим, есть... блядь, вот оно что. Если он только пулит, типа я даю вихрь, то мобы по-любому будут срываться, потому что урона много влетает сразу резко. Это ж не как ДК, пока доты повесят, ну, только потом, блядь, уже урон. Слышишь, начинает. Комбат. Мы сейчас, блядь, как обычно, блядь, стоим, не выводим. Только что, смотрите по полученному урону, там пиздец. Чисто от этого от огня локовского. Вот, сейчас я не бью моба лучника, он меня почему-то бьет. Непонятно, почему он это делал. Что... Так это я в говне еще одет, если бы я был одет нормально. Блин. Я бы вам показал бы DPS. У вас есть еще персы на РБК? Конечно, да, типа да, дальше. Я бы это, сетей, конечно. Хотя бы, конечно, мы не пойдем, попробовать, да? Пуху выбить. Я не знаю, будет она лучше, чем вот эта с робота. Какая? С робота, по-моему, лучше. Хотя, нет, нет, не лучше. На ретрика нет. Ну, я вот не знаю, выбить надо. Ну, вот, вот меня. Да подходи, ну, что он стреляет, кстати? Надо его отвернуть. Да нет, просто подойти в миле надо. И подойти, и отвернуть танк. Да не обязательно, кажется. Он типа в две цели, по-моему, стреляет. Он стреляет, если ты в РДД стоишь. Ну, типа. Если он блин, ну танк близко подошел, то похуй. Видишь, он отошел, но начал стрелять. Не, к тому, что он типа отошел даже от него, он в него стреляет в его сторону. Не, ну а, ну то понятно, да. Как это дыхание над ней.
Бля, я угорал, когда челики тактики рассказывали на Накс. А, когда в льду приходили, никто тактики не знал. Это, как говорит, на гроб был. Ну и сравнения такие с теми мобами, которых они знают, или кто CLK задрачивал. Это, говорит, как на лане лужа, нахуй. Нормально. Я тоже иногда так, но я зачастую только с Иком сравниваю, чтобы все понимали, потому что многие там были, 100%. Бывают же челики, которые заходят и не могут выйти. Да, бывает. Я вообще когда туда первый раз попал... Вот этого CLK. Там вообще такая хохма была. Я первый раз, когда про товара было пришел, даже не выквыч. Там этот последний такой выходит босс. А рыцарь-то убивает, этот? Убивает, ну типа, короче, я такой, нихуя, такой отбежал, такой испугался. Все смотрят на меня, ржут. Самое прикольное в ВИЧ, что мы убиваем второго босса, а люди думают, что это ласт, и они выходят. Хотя там еще боссов нет. Это вообще, блядь, прикольно. Что тебя так прибивает? Сломали пета, короче, этим пристам. Его вызываешь, он вместо того, чтобы в атаку идти, он на месте стоит возле тебя. Карал локов сломали, или когда там кара была. А там же есть телепортация к боссу. И не работает? Да нихуя, он просто в этом бездействии стоит. Ну, у меня не, ну ты можешь его кнопочкой нажать, чтобы он атаковал, но ты теряешь типа 1-2 коста на манориген. Не знаю. Да, ну да. Там же телепортация. Ну, телепортация же есть у него за спину, типа, или куда там? Прям нет, он всегда пешком бежит. Не знаю, я нажимаю макрос, у меня сразу идет реген. Не знаю, надо чекнуть. Не, ну на самом деле мне тоже надо было, я еще вчера думал, типа, нормальный макрос сделать на пета. Он везде, вот я в гайд в какой первый захожу, там уже этот макрос, типа телепортация сразу. И он сразу начинает бить. Победа, немножко победа. Да. Мы, короче, на X2 играли, целка десятку осваивали обычку. Ну и там паладин такой, блядь, он мне запомнился. Мы просим его там, дай фридом, там, дай каплю там. Я, говорит, он хуярит в чат, я не буду ничего это делать, я должен дамажить. Я, говорит, рендик. Ебать, мы его, ну, так хейтили сначала, обзывали, блядь. О, я так тоже люблю. Он, знаешь, ну вот вроде человек нормальный, все, мы ему объясняем, блядь, все это, уже 10 вайпов, уже, блядь, бежим. Заебались все, блядь, по 5 часов, по 6 в этом CLK сидим. Я, говорит, и печать включают повиновение, нахуй, на принцах, на фелисете, на вот этой всей хуйне. И мы говорим, блядь, у них 1 хп, надо дамаг в одну цель. Он не понимает, нахуй, у меня там Т4, говорит, блядь, буря там, блядь, пиздец, мы так сгорали просто. В Редер у него. Это как сегодня Кайнах с двуручкой. Я играю в Кайв, блядь, 215 левел, ДПС 2К. Нормально. Я ему пытался нормальным языком объяснить, ты помогаешь рейду, там, два, не капли, боб, всю хуйню эту надо давать. Я ему похуй. Я, говорит, дамажить буду, нахуй. Я ДД, блядь, надо ДМР. КП хуярили ему, блядь. Он не ливал? Ну, я не помню. Я сам с гильдии ушел. Шем собрал, ушел, блядь. Ты красава, кинул косово. Напомни мне, чтоб мы тебе шем не собирали. Да нет, там даже не так получилось. Я шем собрал, потом... А там так появи сзади, надо почистить, а то открыть. 25 от ЕРФа. Вышло 25 гер, мы 25 гер освоили, ОКЗС вышли, мы убили ОКЗС, я все там проэрелил, все это, Вайши, блять, Келя, и получается вот раза два мы или три убили Лича в гере, и все, и тогда я ушел.
Но там я ушел из-за того, что ГМ не отказался ГМ-ку передать. Он сам не играл, короче. Он первый CSM на половину собрал и перестал играть. Ну, классный парень. Вообще пиздец. Я ушел в люжу. Ну так, в угол станьте, танк здесь, а милики типа вот здесь сбоку. О, банан пишет, типа вы еще РБК, что ли? Нет, блядь, так просто. Ой, каст били. Пацаны, помогите, блядь, умирает. Да нормально, нормально. Отверни его. Я его не могу просто спину бить, блядь. Да бля, мразь. Ну тут надо встать в бочку, блядь. И танку, и все. Ой, или так, да. Про отражение не забудьте, там на экзекутке. Скажите, когда отражение будет. Да поебалу получишь. Сразу же поймёшь. На 20%. Я так не пойму. Да тут я без процента. Вон, появилась. Бей, 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 Гудли. О, можно бить, давайте бить будет. Сейчас сдохнет. Ну ты весь урон отражаешь. Сейчас отпадет, сейчас пройдет 3 секунды. 2, 1. Блядь, я сейчас тоже нажму, блядь, возмездие, посмотрим, блядь, кто кого. Нету, блядь, у меня телепортацию где-то никуда. Мне только вот эта штука, которая... Блядь, сейчас. А возмездие в рекаунт идет или нет? Может. Да, идет. Неплохо. Я знаю, на ребре его нажимают. На вихре. Угу. А, там, я думаю, блядь, в чем проблема, нахуй? Там минус 80% к отхилу, блядь. Ну да, там дебаф. Ну, ну да, вот этого босса я тоже ненавижу на хпале. Вообще просто ноль хила. Не хилит. Да похуй, танки на прошивках живут. Главное ДД. ДД что-то дамажит. Да, танк вообще пал, он без хила может, бля. На эту печать включить, но от хила все. Ну босс-то нихуя не бьет так. Фейп, ты че, мутик что ли, или что, бля? Нет, он комбо сейчас. Ебать, чей комбо ты мутик, бля? Да. Че, шмот одинаковый? Или разный? Разный, смотри. Че, пойдете потом, это, на других персах сетейки хотя бы сходим? Вдруг топор выпадет. Ну, это такая пидрасня на самом деле. Но я тебе нахрен закрывать РБК еще. Да он изи, инст. Я вообще сейчас на арену пойду. А я в Накс пойду 25. Все. Я в двойку пойду. Всем пока, ребят. Регайте 2С, я буду сегодня на локе учиться. Двойку с шаманом буду играть. Ой, я на БГ, кстати, хожу хилом охуенно вообще. Просто имба какая-то лютая. Легко, да, забирает, когда хил есть. Да, особенно, да, сам хил. У меня вот за... А где эта служба? У меня за вчерашний вечер, за 13 боев, 70% винрейт. Это ты еще и БГ сейчас бегаешь? Я вообще сейчас ничего... Про ПВП вообще забыл. Раньше, помню, вообще постоянно чисто БГ весь день. Так тут же, блядь, вон, неделя заканчивается, все закрыл. Вон, по БГ побегать. Нет, ну нахер БГ типа, не. Серега, вообще, ты фул ПВЕ бегаешь, и меня реально, ну, кто-то пытается, да, заколупать, не получается у людей. Иди до окончания сезона 4 дня. Я супер дискорд должен быть анонс, да, и как. Нифига себе. 4 дня скоро. Опа, пацаны. Трэшик. Бля, еще. Можете кто-нибудь банану в ЛС написать? Просто что я без мышки, я не могу ему ответить. Он пишет, что я его игнорю. Кто-нибудь, блядь, напишите, пожалуйста. Под огнем стоит. Похуй.
хилю, пацаны. Ой-ой-ой. Сорян, тут танка поднимал тут. Вы холику в соло таргеты хилить так себе. А тебе что там, обновление качество? Все, мне включено. Сын, напишите кто-нибудь этот банан. Есть символ на обновление. Я напишу, а где он там? Припадочный. А колодец не взял, типа, что тупые, да, игроки? Да нахуй надо, блядь. Это пиши, может, я первый план. Точно, да, вот. Всех агри. Она сказала то, что он на тебя Гудлика обиделся. Он написал, что я его игнорю, у него без мишки. А я не могу ему написать, что я без мишки. Игорь. Стреляю. Ой-ой-ой, пацаны, опасно. Сдал гимн. Не успел, бля! Подойди в мильзону так к нему, алло, ну. Он же кастует стоит. Все, пацаны, отдал все, что смог. Да. А кто смотрел-то, собственно? Вот он моб убежал. Моб. Оп, сагрил. Ну, все живи, брат. Чё, мы встаем? Да, не справятся. Крылья. Хера он там. Ты его войд хилит, походу, да? Угу. Давай войд хилит. Сила паладина, блядь. Я Кубоба резу, я Абдулу резу. Да зачем мне вот это тратить? Лол, ебать. Капец, ты резаешь долго, бля. Ты хоть бы ману порез. У нас 4 милика, да? Вот это вы весело будете развлекаться сейчас там. А что там? Нормально, блин. Это с дебафом-то отходите просто. Мы сейчас забурстим просто его и все. Все, понял. Фласку на МП5 выпью. Или хочу себе топорик. Хочу себе пушку, как у Войда. Хотя бы. А, узилище, блядь, мне не жаль, так не узилище, не знаю. Узилище имба, там колечко на РПГ. Мне не жаток нужна. А что там? А хотя, в принципе, с узилища... Не. Узилище у меня КД, я сразу конкретно иду, узилище за мечом, который уже месяц не падает. Ну, хотя, в принципе, тут вон еще меч есть 2.6, не жаток, без ласта. Надо 3.6. Чё, блядь, чё? На сетике, кстати, КД нету. Вот так вот. О, да, давайте сгоняем. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Бурстим, бурстим, бурстим. Куда вы там бурстите, пацаны, вы чё?
Ему повезло, что на единственного РДЗшника повесили. А, и на Фэби висит. Кош. Выдавал, по-моему, висело. По-моему, да. Чё за хуйня? Я куда-то улетел. Всё нормально. Сейчас прилетишь. Чарж. Чарж делай. Ну, там не работает, по-моему, так. Не, он чаржится. Вот. Подходи, Ру. Ты меня дамажишь. Пацаны, эй, ну, с дропом. Фейв. Ты ж не прохилить. Боб, не подходи ко мне. Уже можешь подходить. О, это моб бегает, блядь. Нихуя себе. Все, все, все победил. Победа. Чего? Я с косой бегаю, нихуя. Я ноги. Мне пишут, что сечки КД у меня. Единственное. У меня без КД сечки и узилища. Ну а другой перс есть у тебя, у кого КД? Да, да, Фрост Декайс. Ну, у меня танк есть. Я не понимаю, почему у меня дробяха и топор, и мастерство одинаковое показывают. Я вот это вообще не могу понять никак. А что за бред? У меня расовое должно на топоры давать мастерство 3 единиц. А ты когда топор снимаешь... Падает мастерство? Не знаю. Попробуй. Мне пишут, типа, 27 на дробяхе, 27 на топоре. Такого не может. Там, по-моему, может, оно не... Может, и не будет писать. Оно должно, должно на 3 единицы больше писать. Должно там где-то топор 29 написать. И синий дробяхе. Оно может быть, как бы, ну, типа, условно. Нет, нет, нет. Ну, вот как хит у Дренек, не? Ну, да-да-да. Не-не-не-не. У меня вар есть, но... На других сервах там по-разному. Может уже реворк сделать? А мы не знаем об этом. Я зеленый вообще не распыляю, нахер не надо. Ты чё? А я правильно делаю, типа нажимаю жажду, расовую орка и безрассудство. Правильно я делаю? Ну я не знаю. А чё, дракон взлетит, типа донёте его? А чё он, кстати, сидит? Давай пиздить его. Если он не взлетает, то пиздить попробуй. Ну все. Он взгрустнул. Эх, а раньше вот таунить можно было. Обидно. Сейчас обратно верну. Кстати, тут же ж почини лейте лужицу вот эти, не дамажит. Дамажит? Дамажит? Ну да. Да, он да, раунд на рафик. Может, можете зайти в них по... Ой. Меня не дамажит, почему? Да дамажит, оно там этим, как его называют, криво отображает. Он по 2-300 мне бьет. А, блядь, иди нахер с... страхом, дебил. А, ну да, вот дамажит 2800. Чё с драконом? Чилится. Блять, иди в жопу, лёд, дебил, блядь.
он под какой-то уебищный стал. Может быть, да. Да, по-моему, может, как обычно, блин. Может быть, и... Никто не знает. Там что, все на редру, на ДЦ падает. Защита нет. Так оно все кожаное. Опять зефирит, да ебаный рот. Не зефирит и надо, но танков. Да я вон тоже. Зефирит если... тоже. Начал зефирит. Ну танком вообще хорошо, зефирит, он недорогой, в принципе. Нихуя себе, 80. У меня ни одного еще нету. Ну я купил половину. Вторая половина. Вы в курсе, что чердолики, чердолики, которые, ну, сделаны в какой-нибудь камень, их хрен продашь. Я вот на СПД не могу чердольников продать. Сколько поставить? Ну по минимальной цене аукцион. Ну сколько это, сколько? 7000? 4800. Ну на 1000 больше, чем сердолик. Ну хз, хз. Ну они просто никому нахуй сейчас не нужны, скорее всего, вот почему. Наверное. Подожди лучше. А лучше вообще закупаться камушками чуть-чуть. Хотя, не, хуй знает. Просто тут очень, экономика очень своеобразная. Тут и РБК подняли немного, сразу камней поменьше стало, они все подорожали немного. Нет, ну сердоли быстро скупают сами сердолики. Ну, понятное дело. Люди, в принципе, это я думаю, готовят к гиру, к своему. Угу. Есть перекупы, может быть. У нас там кто-то застрял. А фейп? Сейчас, куда там? Фейп. Нет, не задевайте этих мобов слева, пожалуйста. Каких? Вот этих? Что творишь? Это не то. Что-то с первого босса, что ли? Давно. Там со второго бис пояс на этих. На всех миликов, кроме этого. Да, он есть. Кроме ретрика. Ну вот на мне который. Блять, на ретрика тут есть что-нибудь? Вот это, да, Гудли? Не знаю, я не могу посмотреть. Здесь пузо с вас там нормально. Не пузо, как раз нам. С хостой такой заебатый. Тут колечко с ласта на РПП. Хост, о, хороший. И две красные. Жалко, что вар не может кожу ролить. Вообще бред, блядь. Ну, можно только не откажусь нажать, блядь. Что за прикол? В ниже топе падает. Да, с ласта пузо это. Вот этот мне нужен. Что у меня один меч есть. Пойти, может, кресточку поиграть. Ты слабый. Че? Слабый. Кто слабый? 15 лет, блять, в квест играю. Бывает. Нормально, да. Я в 2004 году у нас все было в 2005. Помню, как мыли в 6. Гурлик, в компьютерных клубах сидел? Угу, мы там в квестишку в халву играли, я помню еще. О. Квейк, халва и этот Warcraft 3. Ну, Half-Life 2, да? Ну это там где карты, это красава. С бункером ебаным, блять, и жуками. Охуенная карта была. А жуки пидорские. Это малых укладываю. Мы еще помню в Радалер второй на посетке. Ты
Ты про каких жуков говоришь? Которые типа берешь и выпускаешь? Да, которые еще пальцы кусают тебе, если ты его в руки. Ну, типа в руках держишь анимация. Бля, подчинение, ребят, охуенно. А, вы. Бать его, конечно, профессионала. Я тебя фернул. 3 секунды еще фер. Ну, подчинение. Не знаю, мне вот пылесос нравится, вообще читерская херня. Че вы, блядь, агрите все? Фей, по ФК. И вот эта штука, с которой можно прыгать далеко, это вообще нечто. О, да-да-да, я помню, блядь. Я видел, как колву спидран проходит, это, да, может, это вообще, блядь. А ладно. Как это возможно, блядь? Сын, там... А, не убейте, Клоп, че вы, блядь? Все. Я нищий на вихре. А где? Я его не могу хилить. Ну где-то. Всё. Меня не бейте. Не бей, не бей, не бей. Ну там моб. Бля, фейп, сука, ус, блядь. Да кто меня убил? Кто-то в меня кинул что-то сзади. Фейп. Да вон там моб стоит, кастует уже в вечность, а фейп с ним рядом чилится, пиздит. Да фейп меня кинул мне что. У меня пояс сломался. Бля, ну если бы 2 подчинения не в меня было, мы бы выжили. Откуда там вообще подчинение? Бабы эти, блядь, подчиняют, алё. Алло. Добрый вечер. Подчинение выйдет погулять? А Warcraft 3 играл или нет? Конечно, конечно. Знаешь карту такую, Петры Баланс? Петрев? Да. Петры. Вот это просто пушка, бля. Я помню, как анекдоте вышли, я такой, ебать, охуенно. Я за Петриков не поиграл, выносил все, блядь, подряд. После этого, блин, вот ты сейчас напомнил, захотелось зайти вон в кастомку, даже во второй дуть поиграть. Если она жива еще. Жива она, жива. Мы очень много в доте в Ангел-арену ебашились. Там 5 на 5, 3 на 3. Я в доте только играл из кастома, по-моему, только там, где, вот, блядь, в 2 играл, там, где скиллы ты набираешь, и там, где по центру, это арена. А, Green TD был охуенный Tower Defense. Не играл? Он был пиздатый. Нет, бля, я сейчас сагрю, пацаны. Нет, нет! Пацаны, кто может вернуться меня, этот подхил? Я тебя резко просто. Триста, вернись. Что Никита медленно не могут мне дать. Всё, всё, умирай, бля, но я не... Свидание. Я их убил. Твары. Я думал, я пробегу, бля. Чё, где фейп? Да всё, конечно. Рез. Рез. Ты моя половина. Ты кого убил? Ты что? Вы знаете, что DC с варом это топ-1 сетап 2 на 2? 2 на 2. А холли и вар. Не знаю, вот турнир против Симбы выиграл DC вар, не хэппал вар, а DC вар. Симба что, тоже на X4 играл? Один сезон. Да там, блин, этот, молитва восстановления кидаешь, все выхилил. Даже кнопку не надо жать. А учитывая весь рез у персонажей. Наверное, на церкви ДЦ лучше, чем холик. Почему-то здесь никто не играет в этом сетапе ДЦ вар. Все играют с холиком. Не знаю, может Германия. Может просто, что там сильный очень ДЦ, поэтому. Так, ну вы пиздите. У меня, если что, в этом попить нечего, так что я буду стоять и чилиться. Симбе вообще классно, что он ушел, блядь, он столько денег зарабатывал, просто, блядь, каждый сезон первое место на арене, блядь. Ну, может, устал. Да. Ты играешь, кайф получаешь еще, блядь, деньги за это. Да, ну, я не думаю, что столько можно играть на друиде, на своем ебаном, чтобы прям так кайфовать столько лет.
Мы в КС-ку играли, то есть, помимо недели по 80 евро на рыло. Давайте мне обокрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Я максимум 500 гривен выиграл у нас в компьютерном клубе. Турнир был на команду. На тот момент дохуя было. Не, я вот в КС-ке эти выигрывал. Випки там, это админки мне. Не, у нас чисто такой этот был ланг. Ну видишь, покупать не надо ничего. Я какую-то игрушку себе купил, ну, на диске. Там по 100 гривен было. Что-то я какую-то за 45 гривен купил игру. Вот, остальное, по-моему, на чипсы. Блин, я не знаю, что не могу понять. Алкомбо-то нужно, чтобы вот это от талантов действовало именно два оружия в руках носить или одно хватает? Ну, такое. Ну, одно и будет у тебя второе. Ну, еще раз. Короче, ты понял. Будет только половина работать. Понял. Просто одно дробях всего. Угу. Таланту вот это на пробивание. О, кстати. А ты... Я вообще тут не дамажу. Короче, ну он не отображает. Короче, ты атаками дробяхи будешь, собственно, игнорировать 15% ХПБ. Но оно, вот это 15%, они не отображаются у тебя в статах. Да, не будет уже. Я так понял, то, что у меня вот сейчас это, под дробяхи у меня капсула, это мне по идее 3 не нужна. Ну, зайдись. Вот дробяхи, типа, это говно, не знаю почему-то, бля. Как и на вара, как и на рогу, блядь, типа, вот двойная атака, это нечто. Да не, там заебись вообще, на самом деле. Он раньше ДПС начинает, а потом сменить спек достаточно быстро можно. Ну, по-моему, тоже на экстра атаку уроки одевались, на меч играли. Я вообще на X2 комбо через кинжал одет, ебать, это прикол. Кул. Ну, самое лучшее через мечи, потому что двойная атака, когда ты кап РПБ собираешь 100%. Да, это отбить прям. Пошли дальше, собирай наверх. Остальные только не бейте. Все. Они подойдут там. Потом за угол налево встанешь, все, они подойдут. Так, а я без мышки тут смогу пройти или нет? Да я левитацию дам. Не надо, бля, я тогда точно не смогу. Да мы просто упадем ровненько, пробежит и все. Что, зря на престе с вами хожу. Надо пользоваться. Это будет сантурок босс. Мне понравилось в ульдуале этот бегать по текстурам, бля, вообще классно. А что это? Чем это вы занимались? Ну мы, короче, ну когда фул ульду прошли, втроем пошли, блядь. Этот залезли там, где Фрей на текстуре, наверное. Прикольно. Там очень, кстати, красиво. Да, там на самый верх можно на гору и потом идти. Можете сбивать? За уль. Опа, низкий заряд. Низкий уровень заряда батареи. У меня свернулась игра. Сейчас поставлю на зарядочку. Ставлю на зарядку, у меня мышка появляется. Все, полетели, пацаны. Прям ровненько падаем. Надеюсь, бог не зацепит. Типа, не... Надеюсь, бой там не налево повернет. Все, пуляй. А ты мне дал левитацию или нет? Да, дал. Он в нашу сторону, просто беги и все. Сейчас мы тут подключаем все, типа, русский чип. Раз мы включи первого аут. Летишь? Да, я сейчас чарж еще сделаю. Отменю облачко и чарж. А он же не чаржится, так. Ну вот так, да. Чарж. Да, нет, воздухе не хочет. Да, что-то. А у меня вот походу почему пробивал. Так я ее не переключал. Мне вот интересно, почему я прохиливал, а у него дебаф не спадал. О, все. Фейп, теперь у тебя точно кап, вот я уже 3 на статы. 4 на статы. Все, 5.
От рейда что-то очень на все зависит. У меня то пятерка к АДПС, а то шестерка в каком-то. Что, давайте здесь вам левитацию дам. Зачем тут давать? А то добавить ему. Ого. Бис. Никому не нужно. Вот здесь вот идем, вот этот, на уголку. Вот так, вверх, вниз, влево, вправо. Ну да, вот так до сюда доходите и налево. Да мы знаем. Да ну что, вот вольт не умеет, вагон. Левее немножко. Получается. Вот тут. Вот здесь, да, вот назад. Вот тут. Фейп, подпрыгни. Фейп, прыгни. Не можешь. Фу, слабак. Фейп прыгать не умеет. Ты ночной эльф? А зачем ты ночной эльф? Ночной эльф имба. Потом нормально будет. Ночной эльф имба. Тут какой чародейка или ворожея? Чародейка кидает, по-моему, контроль. Чародейку. Дальняя, которая, да. Не, ворожея. Короче, первую бейте и все. Бьем первую, а кидает вторая. Просто быстро ее зерганите и будет заебись. Я побежал. Не могу я продисполить. Ваниш. А кто убежал туда аж, блядь? Там. Ну понятно. А чё вы их тут танчили, они в углу тоже непонятно. Ладно, если вы убьете быстрее, чем починение спадет. Оно на фул отхилилось. Я что ее бил, что то. Да уже все, бесполезно. Кидай диван. Кидай диван. Да, диван киньте. Ладно, одну убили. Да вы просто побежали туда бить почему-то. Ну, так. Блядь, они салятся еще поди. Слушай, ну. Ваниш. Подготовка. Да, я уже. Нет. О, блин, зато. Слышу, они... Это нормально, сейчас они будут эвэдиться, я. Гений. Ну, красиво. Просто гений. Ужас. Ну ты, конечно, умный. Гринделка. Хочу в пуе поиграть. Что, мы умираем? Умирать не должно. Лужиш можно докупить, да? Если у меня 4, я могу еще 4 купить, и будет 8. Вы вставайте лучше. Сколько 4 УЗУ стоит? Никто не купит? Да, косаря 1,5. Вот я подумал, наши белорусские, думаю, нихера себе, блядь, 1,5 рублей обычных русских. 2 зарплаты, бля, Фейб, давай вставай. О, сейчас я все слот оставлю. Что чел в гильчат пишет? Я после ХТ ливну, что такое? Так он с рандомом пошел с пугами, и походу там что-то печально. Че, погнали? Че, давай. Вот куда там уже собрался. Отведи. Пошли быстрее в угол. Они фиряют. Пошли. Мы добежим до тех мобов опять. А я могу снять фиры. Починение пошли. Бегу. Кибоба бью. Че, доебался. Бля. А эти откуда, пацаны? Ужас. Я заговорил, отведи. Ну, да, давайте трубить максимально. Ой, как я не могу. Пиз. Как вы уходите туда, я не понимаю. А, вы в подчинении еще.
Я не понимаю, блядь, что, что происходит, блядь. Мы не можем пачку мобов убить, я понимаю. Но они фиряют. Да и что, что они фиряют? Ну, так вы подойдите 200, к уголу. 230-я пати, да? Ужас, пацаны. Вы должны их вообще за 10 секунд, блядь, уничтожать просто. АУЕшки. Согласен. Они специально за мной идут, блядь, чмошники, блядь. Нет, повезло, блядь. Фэй, блядь, я не резну. А, не, у меня нож есть, я рез. Мы это, просто пробежим этот трэш и у ласта это, через диван встанем. Нихуя. Ну, понимаешь, зачем, что проблема? Можно просто моба убить. Да, мы можем просто убить моба. Просто вас фиряет, и вы убегаете, хер пойми куда, блядь. А что, вы фир никто снимать не умеет? Ну, я не... Ну, у меня, как бы, ты бил, я в фире потом бегал. Я бы попробовал ну, продиспалить это, но два раза мне, как бы, не успевал это сделать. Меня самого в фир кидало. А у тебя зубы есть? М? Зубки есть на присте? Ну, если бы был ДЦ спек, то да, были бы. А ты холи, ни хера себе. Не, ну у меня есть ДЦ спек. Если что. А что ты не в ДЦ? Какая хуй разница, вас проще хилить в холике. Вы столько урона лутаете, что пиздец. Щиты вам пробью точно? Вот, а прохилить АУЕшка я вас в ДЦ особо не смогу быстро. Хотя в большей степени вас обновлением поднимаю, смотрю. Ну и молитвой. Круг там на третьем месте, как вы... Такое.